Бой завязался. Есть плановый прорыв. Однако знамя не удалось захватить, потому что самых лучших, самых сильных бойцов оставляли в тылу именно с целью защиты знамени. В средневековой войне значение знамени было очень велико. Оно служило для сплочения своих сил, для того, чтобы разбираться, где свой, где чужой. Есть. Есть падение. Красный флаг упал.